Дело Лидии Войтовой, обвиняемой в совершении трагического ДТП на Тираспольском шоссе, унесшем две жизни, близится к завершению. Судебные дебаты закончились, и 7 мая суд готов вынести приговор. Адвокат подсудимой просил учесть все смягчающие обстоятельства и назначить срок, не связанный с лишением свободы. Свою провину Войтова визнала в повному обсязі та не перешкоджала розслідуванню обставин вказаної події. Також сторона захисту вважає, що підзахисна щиро розкаялась у скоєному. Моя підзахисна є жінкою дуже похилого віку, їй вже виповнилося 70 років, та вона має цілу низку хронічних захворювань, з приводу яких проходила неодноразове лікування в медичних закладах. Також просимо суд врахувати її скрутний матеріальний стан, оскільки вона є пенсіонеркою. Также адвокат заявил, что сумма морального ущерба в 1,5 миллиона гривен завышена и неподъемная для пенсионерки. Выплачивать его она сможет только находясь на свободе. Сама же обвиняемая в последнем слове вновь признала свою вину и попросила потерпевших простить ее. Прошу прощения у потерпевших. Это боль, которая, наверное, не заживает никогда. Лидия Войтова попросила не лишать ее свободы, сославшись на хронические заболевания и необходимость постоянного лечения. Выслушав стороны, судья удалился в совещательную комнату. Свой приговор Фемида вынесет 7 мая. Напомню, что Лидия Войтова обвиняется в совершении ДТП, повлекшая гибель двух людей. 2 июня прошлого года РАВ-4 под ее управлением сбил двух пешеходов – девушку и маленькую девочку.